В старте вышли под четвертым номером Малик Ньюман, под восьмым Скотт Мачадо, под десятым Никита Михайловский, 15-й номер Брэндон Гарретт, Бронислав Вичентич. Также, насколько я помню, он третий тренер в составе саратовца в этом сезоне. Данила Николич. Дабл-памп данк. Вот здесь получился дабл-памп джампшот. И тут же наказывает Ньюман Михайловскому. Не просто против Робертсона. И здесь потеряли на размене Малика Диме. И тут же передача идет от Робертсона. Диме после показа с фолом. Два очка набирает. И здесь Михайловский не смог вовремя переключиться после пик-н-ролла. Остался в такой полупозиции. И четверти были разбиты по формату эпох. 50-60-е. Без трехочковой, без счетчика на атаку. Потом уже счетчиком. И далее по десятилетиям и двадцатилетиям были разбиты. Идея просто замечательная. Автодор тем временем делает плюс 7 для себя. Еще одна хорошая скидка на Диме. И Гарретт как будто такой важный вопрос. А за что? Получил ответ. И пошел в защиту. Еще одно нарушение правил для Автодора. Что позволяет защищать бросающих игроков от травм. Николича. Ангвая. Возвращает мяч на Райана Боутрайта. И тот попадает издали. Это радует глаз, потому что иногда, конечно, были некоторые спорные ситуации. Здесь становится меньше Минченко из-под кольца. Присмотреться к нему, да и вообще это посмотреть, если состав Автодора великолепно сбалансирован. И если бы этот человек остался в их составе, то, конечно, это небольшое преувеличение, но для того, чтобы вы понимали, что на таких скоростях и в такой игре лишние, тому, чтобы оббежать такой заслон, они чреваты дальним попаданием. Например, вот этого человека Боутрайта, и он пользуется своей скоростью, своим кроссовером. Остается для команды в белом. Ньюман издали! И защита тоже не как в матче звезд НБА. Гораздо более активная. Матч получится очень результативным. Робертсон. Хорошая скидка на Риза. Тот издали. Очень простое взаимодействие от Пермяков. Петенев. Находит, пытался найти Загородца, но тот еще не занял позицию. Поэтому легко передачу перехватили. Робертсон решил попробовать обыграть. В итоге Ньюман против Боутрайта и выигрывает подбор в нападении со второго предъявления. Два очка набирает. И как моя фраза, описывающая это нападение Автодора, Походяев в быстрой, в транзишене. Три очка набирает после передачи Боутрайта. Риз против Ньюмана разворачивается и очень сложный бросок себе придумал с отклонением. Темп у нас результативности немного сбавляется, но, может быть, проснутся команды во второй половине этой четверти как раз после алиупа. Ну, Илья непроницаемый. Минченко издали. Точно! Автодор 34-е очко набирает. Как-то очень легко пермяки оставляют снайперов соперника открытыми. Блокшотом записывает на свой счет. Робертсон в проходе. Минченко не успел. Первой четверти, и до сих пор их очень сложно остановить. Михайловский издали не бросает. Идет в проход. Очень аккуратный. Падение. Николич сумасшедший объем работы проделывает под кольцом соперника. Михайловский отлично оказался под самым кольцом. Диме против Загородца. Михайловский пришел со спины на подстраховку. Платунов будет обыгрывать. У Автодора есть один фол в поле, назовем это так, который
Заслон от Николича получает. Остается против Попова. Будут играть саратовцы изоляцию. Ньюман залезает под Антипова и с контактом. Если он останется до конца этой четверти на площадке, 18 минут из 20 возможных будет на его одометре. И это очень-очень много из-за Рис. 5 секунд. Загорац атакует издали, отвечает пермякам и уже не будет ответа. 40. Продолжаем этот увлекательнейший матч. Загорац на раз-два раскачивает Малика Диме и очень легко. 49-48. Роберсон на Диме. Боутрайт на пятой космической врывается в краску. Скидка неудачная. Идет наброс на Петеневой. Легкие два очка. Получается Минченко. Поднимает руку, не давая бросать. И понимал Боутрайт, что Минченко его и накрыть может. Поэтому скидывает на Айзею Риза. Талюб защиты не будет. И при этом Риз как будто еще спрашивал арбитров, а зачем было фиксировать Роберсон. Боутрайта великолепно отзащищался. Загора, слепая передача на Мачадо. И тот грамотно останавливается Роберсон против Мачадо. Загорац на размене остается против защитника Пармы. И тот, собственно, дал-дал ушел от своего соперника. Очка набрал сопротивлением. Гаррет левой рукой. Это не полукрюк, не бросок в прыжке. Но они всему виной. Роберсон, Гаррет показательно не фалит. Чет заслон, но это для того, чтобы Ньюман остался против центрового Пармы. Очень легко Малик Ньюман прошивает оборону Пашутина. Арманд один в один пытался против Платунова играть, но в итоге на нем сдвоились. И отличная жизнь разыгрывающего Автодора. Попотеть Арманд. Под бросок мяч получает, и вот оно. Вот он, тот самый Гаррета 4. Персональное замечание, поэтому он будет достаточно нежен в защите с Болтрайтом, который пользуется легкой пассивностью от Гаррета. Находит Николич, остается против Болтрайта. Тот вскрывает оборону Автодора в центр и с фолом. Нашедший скорость для человека такого роста. Конечно, сплошной плюс, и как легко Пронаускис с Загородцем набирают два. Из трехсекундной выбежал на игрока Николич. Хорошая скидка на Колесникова. И практически под самую сирену еще и Колесников. Роберсон против Николича. Хорошая передача на Ангвае. Тот со средней против Мачадо. Имел преимущество в росте. Арбитров предупредить Автодор. Арманд на Загорац. Загорац через Малика Диме. Три очка набирает. 79-72. И показывает, что теперь их же противостояние уже на половине Автодора. Передача на Малика Диме от Айзея Риза. Первый на подборе. И еще раз предстоит нам посмотреть за противостоянием Гаррета против Боутрайта. На сей раз в левую сторону. Ньюман. Хорошая скидка на Михайловского. И тот Сусов. Флоутер. Ньюман. Против Риза. Очень легко проходит Гаррет. Под кольцом. Просто отрыве. Пермяки очки набрать не смогли. И это может быть очень важным моментом. Потому что каждая атака на счету. Особенно в ситуации, когда издали не точен, но очень мало времени остается у Пармы на спасение. Боутрайт против Ньюмана идет в проход. Набирает легкие два очка.